Тормозит телефон? Зависает все время. Приходится ждать по 5 минут, пока откроется приложение. Вы все время задаете себе вопрос, как же сделать, чтобы телефон не тормозил? Решение есть, программа Радбустер поможет вашему телефону окунуться в новую жизнь. Друзья, всем привет, с вами как всегда Брайан, и сегодня у нас будет магия. Сегодня мы будем ускорять телефон. И нам потребуются рут-права. Но это уже не удивительно. В любом моем ролике требуются рут-права. Итак, пожалуй, начинаем. Нам потребуются две программы. Это Root Booster, естественно, с помощью которого будем ускорять, и программа Freedom, через которую мы будем взламывать программу Root Booster. Заходим в программу Freedom, я уже немного путаюсь, ладно, короче, неважно. Нажимаем Root Booster, ну, ждем очередь Сбербанк. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, все. Итак, на основные режимы мы забиваем, потому что они даются в бесплатной версии, а нам, естественно, надо, чтобы быстрее все так, пошустрее, ну и, в общем, нажимаем, допустим, вот стабильность. Видите, написано разблокировать этот режим. Тапаем по нему. Ждем. 49 рублей, ну, 50, 49, 99, 50 рублей, короче. Нажимаем купить. И как вы видите, платеж успешно завершен. И потом тыкаем по нему, видите, активировать. Если мы нажмем на нее, там появится командная строка, там будут циферки, буковки бегать, после этого будет написано, нажмите на экран, вы нажимаете, и там будет написано, хотите ли вы перезагрузить телефон, чтобы применить все эти чудо-офигенные функции, вы нажимаете «Да», ваш телефон перезагрузится, и будет все окей. Ну а так как мы рассматриваем ускорение, мы нажимаем на ускорение, тут видите «Активировать», ну и после вот этого нажимаете «Активировать», то же самое все проходит, вы перезагружаете телефон, и ваш телефон быстренько работает. Я также проверял батарея плюс, зашибись. Так где-то, ну, примерно где-то двое суток он нормально держит. Я в интернете активно лазил, ну, как обычно, лазил в интернете, там фильмы смотрю, еще всякое, два дня спокойно держит. Ну, а на этом все. Ставьте пальцы вверх. Один раз нажимайте, два раза нажмете, он вниз отпустится. Так что один раз нажимайте. Подписывайтесь на канал. А с вами был Брайан. Всем пока.